привет! Сегодня я покажу тебе виллу 28, которая находится в отеле Саневаджани. В детали. Вилла 28 – это четырехспаленная вилла. Есть отдельные велосипеды, 5 велосипедов в распоряжении. Ёжик. Обязательно, чтобы промывать ноги. Вилла огромная, находится она на берегу, единственная, двухэтажная. Абсолютно без дверей, потому что нет никого из соседей. Сразу же при входе есть гостевой туалет с таким зеркалом, как для поп-звезды, с уникальной деревянной раковиной. Прям вот так. Есть свой хамам. Есть своя сауна. Так, первая спальня. Вода в каждом номере, в каждой спальне. Зарядная информация. Мини-бар. Первая ванная комната. С гардеробной номер один. И гардеробная номер два. Так сказать, для него и для нее. И вот, собственно, первая ванная комната открытая, с огромным своим садиком, со своим джакузи, с водой, с здоровенным зеркалом. Значит, здесь есть закрытый душ, туалетная комната. Вот там вдалеке есть летний душ под открытым небом. Просто летняя кровать в отдельной комнате. Одно из интереснейших мест. Вот такой бассейн, в который можно зайти. И дальше он выходит еще больше бассейн. Этот бассейн с соленой водой. Плюс есть своя горка, на которой можно ездить. И это очень круто. Свой аквапарк. Так, на первом этаже есть огромнейший холл. Вот он. Здоровенный холл. Столовая. Далее есть своя кухня. В кухне есть абсолютно все, что нужно. Для приготовления, для еды. В основном еду, конечно, сюда привозят. Особо здесь никто не готовит, но тем не менее плитка тоже есть. Доска. Здесь пусто. Духовой шкаф. Шкафчики. Для вина, для чая. Чайно-кофейный набор. Мини-бар. Здесь все за доплату. Отдельная штуковина для поддержания температуры вина. Машина кофе.
Ну давайте, наверное, сразу вам покажу одно из самых ключевых и красивых мест. Это терраса. Терраса обалденная, с бассейном, который просто огинает всю виллу со своим мостиком, с лаунж-зоной под крышей, со своими гамаками. В бассейне соленая вода, и есть и такая горка. Комплимент, корзиночка. Да, кстати. Второй этаж. Второй этаж выглядит таким вот образом. На втором этаже есть вот такая комната. Сейчас вам покажу, что это за комната. Сейчас единственное только покажу вам. Вот такое местечко. Это у нас спальня. Вторая. С прямым выходом и бассейном. На второй этаж. Все в дереве из Австралии. Делают из сруба. Ой, забыл показать. Ну класс, вот же ж, точно. Вот у нас такое вот ведро. А это всего лишь раковина. Та самая комната, про которую я сказал на втором этаже. Это вот она, для большой компании веселой, которая хочет посмотреть телевизор. Это кинотеатр. И собственный кинотеатр. Можно подключить все, что угодно. На втором этаже также есть зона с настольным футболом. И вот этот балкон пустой. Сейчас пройдем на балкон, который находится на втором этаже. Вот такой вид со второго этажа на остров. Багги за 40 минут отъедешь. Очень большой остров. Есть возможность где покататься на велосипеде. Очень хорошая инфраструктура. Очень классные места для став-зоны. Точнее, став-зона для работников этого отеля. Работников больше 250 человек. То есть около 3 человек стафа на одного посетителя, на одного гостя. Так, у нас остались две спальни со своими такими балконами, опять же, с видами. Давайте начнем с этого. Так, это еще одна спальня. Третья спальня. И есть вот такой сундук. А сундук этот превращается в телевизор. Есть такие отметки. Если нужно заменить постельное белье, выкладывайте наверх, и тогда его меняют. Если не кладете, то его не меняют для того, чтобы сохранить окружающую среду.
Так, тут у нас есть такой набор, пляжная сумка, всякие лосьоны, веер. Так, на втором этаже закрытые ванны. Привет. Отличнейшая зона душевая. Тут же у нас спрятан туалет. Можно купить игрушку, дабы сохранить окружающую среду и поделиться средствами на борьбу с всякой нечистью. Есть отдельный тренажерный зал свой. С тренажерами, с гирями. Маленький, но тем не менее, для одной виллы очень большой. Зона отдых. С подушками, все красиво. И последняя, четвертая спальня. Великолепными видами, с телевизором, все тоже они аналогичные абсолютно, то есть все идентично, все очень похоже. Так, снова же душевая. Туалетная комната. Еще можно попасть здесь вот на ту сторону, там у нас для занятия йоги такое местечко. Сейчас попробуем туда попасть. Спускаемся со второго этажа. И идем на ту сторону. Через номер. Нет, не здесь.